have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, мы с вами находимся в пирамиде, как там ее там, Умаса, Умбаса. Хорошо, да, все-таки немножечко поразмышляв, пораскидав мозгой, у нас тут, где эти записки были, вот эти записки, только нож, вот этот нож, он мне тут понадобится. Есть одна теория, смотрите, я тут попытался положить всякие золотые вещи, еще всякое, оно все не работает. Потом я еще перечитал записки. Нума воина, его супруга и их чадо. Воин, супруга и чадо. Три человека. А здесь торговец, на этом свете он любил лишь золото. Вечно приветствует на этом, то есть у него не было семьи. Если уж исходить из этого. И у нас есть 4 комнаты с саркофагами. Давайте по количеству людей смотреть. 1, 2, 3, 4 саркофага. Если я правильно все понял, то мы ищем 3 и 1. Давайте смотреть, насколько это все реально. 1. В центре комнаты ложить или на саркофаг? Давайте на саркофаг положим. Так, тут. 1, 2. А у нас, кстати, комната не повторяется. Был с 4, с 1, с 2. Ну, значит, с 3 вот этот. Если он с 3, то моя теория подтверждается. 1, 2, 3. Да, 3. И тогда вот... Но ничего не произошло. Может, я не прав тогда? Да, нет, таки прав, открылось. Я что-то сначала не понял, что это тот самый проход. Прав и открылось. Хорошо. Записки тогда эти полезны получаются. Иди отсюда! Голову покалечило. Так, мясо. Мясо, это хорошо. У тебя есть пустой мешок? Да, есть. Возьмем пустой мешок и сложим в него эти хвостокобры все. Чем мне удар по голове грозит? Ранение в голову, точность минус 5%, не может творить заклинание. Точность минус... А, стойте, у нас тут кристальчик недалеко. То, что змея меня укусила таким образом, мне что-то напомнило из второго Диабло. Там вот эта долина змей, ну, гадюк, долина гадюк, там есть вайперы, они бэшат. То есть бьют тебя с размаху, и ты типа, ну не теряешь сознание, у тебя травма головы появляется. Мне что-то это напомнило немножко оттуда. И зачем я это сделал? Да чтоб тебя! Я и так промахиваюсь. Ладно, я переживал насчет хавчика. Я серьезно переживал насчет хавчика. Но хавчика здесь довольно неплохо дают. Кнопочка. Я же сказал, что это не просто так. И зачем? Почему ты второй рукой постоянно промахиваешься-то? И
Я сейчас бью простыми этими, потому что они, во-первых, дешевле, во-вторых, если враг находится ко мне, то зачем мне в него стрелять? О, перчаточки. Зеркальные, кстати. У меня есть зеркальная броня. Это случайно не зеркальный щит у тебя, дружище? Жемчужный. Перчаточки зеркальные. Итак, это легкая броня. Защита 8, абсолютная стойкость 5. Абсолютная стойкость, это очень вкусно. Они дают минус 5 уклонения, но по сути мага меня особо никто не бьет. Давайте я возьму абсолютную стойкость. Да и броня тоже, ну это в смысле, защита тоже лишней не будет. Записочка. Зеркальные рукавицы. Подарок Пурумали гедониста. Для хранения его останков понадобилось 6 сосудов. Вечность приветствует его. 6 сосудов. Красивая картинка, кстати. О, на отмычку. Красивая картинка. Мне нравится. Отмычки. Отмычек у нас много, я бы хотел бы еще столько же сундуков. Хорошо, секреточка найдена, зачет. Стрела, которую я чуть не пропустил. Я же говорил, что место, оно не просто так. Хорошо, кнопочку мы нажали, здесь мы все сделали. Давай-ка вообще сохранимся. Давно не сохранялись, это вредно не сохраняться. Я там в меня фигачит, прикинь. Мне кажется, я скоро... Да. Я скоро да. Не скоро да, а скоро да. И все сытые, у всех все хорошо. Ладно. Кожаные перчатки. Сколько эти хвосты весят? По 2,5 килограмма каждый. Убейтесь об стенку. Давайте я факел выложу и этот сниму. Раз у нас в пирамиде все-таки были загадки с факелами, так что уж это, ну, сами понимаете. Очень странное место, как будто оно провалится. Еще один очень странный тупичок. Такая музыка, она не навязчивая, но как-то так проникает в уши и прям... Что за... Погодите. Что это такое? Не кажется ли у меня стал чаще свет тухнуть? Это ничего не меняет? Нет. Странный такой факел в ниоткуда. То есть, смотрите, тут нигде нету факелов. И вдруг один. Так, эта кнопка не отсюда. Что-то мутное место. Там явно должен быть провал. Ну, хорошо. Прям сильно-сильно пока что заморачиваться не будем. Может, мы найдем какие-то ответы позже. Ага, тут есть провал. И тут есть провал. Две кнопки. Ну, по идее, все выглядит логично, да? И все. Я бы посмотрел, что там внизу. Тут кнопок нету. Погодите, зачем мне сюда? Тут дверь. Теперь надо убрать.
скорее всего. Нет. А, я понял. Там есть еще одна кнопка. Хорошо, сейчас мы это все возьмем, сделаем. Я хочу, во-первых, проверить, что под нами. Мы этого не знаем, поэтому давайте спустимся. Отсюда. Убогий. Тут мумия дофига ходит, но мумия вообще не проблема. Лук, погодите. Лук, это интересно. 6.18 против 9.28. Не, пожалуй, я не буду это брать. Черт, а если он какой-то сюжет? Ладно, давай я просто вынесу его отсюда. А потом мы пойдем дальше. Стрелы, опять же, луковые. Ты кто? Ты противоядие. Противоядие, ты сюда. Это меня просто возвращает сюда. Хорошо, не проблема. Там не все так просто. Там не все так просто. Дверь, которую я открыл. Кнопок тут никаких не наблюдается. Вроде нет. Я тут видел только один тип кнопок. Ладно, пойдем. Может, потом мы сюда как-то вернемся или что-то такое, я не знаю. Раз. Два. Три. Все логично, проходи. Там одну звездочку мы оставим. Ну, я не дотянусь просто до нее отсюда. Или мне нужно, чтобы они были нажаты? Ладно, возможно, нужно. Не буду спорить. Нет. Да? А, стойте. Если я могу... положить с этой стороны и теперь пройти с той, забрать. Мне, по-моему, нужно, чтобы эта кнопка была отпущена. Если это так, как я думаю... Да! А, блин, да, неплохо, неплохо, хорошо закрутили. Тогда знаете что? Я буду жадным. Я пойду еще и вот эти позабираю. Ну, то есть, в самом деле, а чем мне их оставлять, если дверь закроется за мной? Все. Красота. Поехали дальше. Второй ключ, который я забрал. Супер. Ядра, между прочим. Чистый изумруд. А, слуги... белку ту. Да, стерегут. Ну и что вы мне предлагаете, просто вернуться? Ну, по сути, да, что мне еще тут делать?
сохранюсь. Хорошо. Туда я спускался. А, это мне закрыли ключом половину. А, я туда даже не заходил еще, погодите. Точно, точно. Это я тут себе сюрикенами прокладываю дорогу. Угу. Хорошо. А там что? А этого мы не знаем. Тем более это повод спуститься. Я понимаю, что можно кинуть туда сюрикенчик и типа все будет пучком, однако же. Мне интересно, что там. Тут как раз те самые сюрикены, которые я трачу. Мне их такая игра говорит, на, дружище, держи. А вон там что-то есть. А если там что-то есть, значит мне туда надо. Факел. С чего бы вдруг факел? Ой, там сундучок есть, и там... Там очень много чего есть. Куда он улетел? Неизвестно. Тут у нас ставочек для факелов нету. Кнопочки. Там у нее замерло. Кнопочек тоже не наблюдаю. Погодите, по карте. Надо будет потом сравнить. Ну, я хочу туда как-то попасть. Это у нас что за место? Могильное подземелье. Подземельное могилье. Оно где-то находится у нас справа сверху. Выглядит очень вкусно. Погодите, тут никого нет. Тут закрыто. Может, с этими... Тут никого нет. Тут закрыто. Чего? Это очень странно. Я, по-моему, в первый раз вижу вот такую вот картину с мумией. Хорошо. Пустите меня обратно. Так, здесь мы просто швыряемся, да, я так понимаю? Я дурак? Я знаю. Двигаться могу? Нет, не могу. Зачем? Еще и двигаться. Блин. Зачем я рыпнулся вообще? Где у нас было? Вот здесь? Да, вот здесь. Он еще не восстановился, красиво. Значит, при нажатии они не просто закрываются, они еще и как-то меняются. Погоди, но я могу пройти сюда. Могу. Тут, кстати, еще один сюрикен. Меня ими просто снабжают по полной. Так, факел. Вот сюда и положим. Серьезно, тебе сюрикен шею сломал? Ладно. Значит, один оставляем здесь. И один оставляем здесь. Я не знаю, что мне это дает. Ну, типа, ладно.
А, погодите. Кнопки в стенах? Тут я не вижу кнопок. И здесь тоже не вижу. Это очень странно. Смысл угловым плитам быть поднятыми, если в стене есть какая-то кнопка? А так меня это приводит в те же самые места. Тогда я чего-то не понимаю. На решетках вроде тоже ничего нету. Так. Так. И что? Погодите. Ага. Это мне нужно таким образом получить комбинацию. Дальние не сходятся, видите? Вот эти. В смысле, вот эти. Тогда секунду. Длина не совпадает. Он говорил, сколько он не мерил. Видите? Ай, блин, чувак, красавчик. Он такой, он же и сказал, что типа длина не сходится, сколько бы я не мерил. Ты кто такой? А вы кто такие? Мне лишние свидетели не нужны. Не, оно дохнет нормально. Оно дохнет. Фух, блин, я что-то немножечко... Я такого еще раньше не видел. Вот как мы сюда попадаем. Спасибо. Ясно, понятно. Так, кристаллов у нас 6 уже с собой переносных. Это здорово. Мимик? Сейчас узнаем. Нет, не мимик. О, кулон духоходца. Это из того сета, который я под водой оставил, по-моему, да? Насчет кулонов у нас тут есть вообще отдельный мешочек. Энергия 50! Чё ты носишь, дружище? А, ты экспу носишь. Энергия 50 и ловкость 20? Погодите, это у нас больше, кстати, именно к этому пошло бы. Сюда я никак не выйду, это была просто дразнилка. Ясно. Крутой секрет. Тут ничего больше вот такого не найдем. Хорошо, годится. Супер, мне понравилось. Немножечко я, конечно, тут это, а там то, но, в общем-то, все хорошо. Еще две кнопки мне надо нажать, для этого нужно... Зачем я так поступаю? Кому бы известно было, да? После... Ой, блин. После падения в яму у нас двери обнуляются. Поэтому... Нажимаем сейчас то, что есть.
Они, в принципе, на время. Значит, с этой стороны у нас все сложилось. Посмотрим, что будет, если... Тут что-то меняется? Нет. Да, меняется. Мы убрали вот эту. Я тебя понял. А если... Убираем вот эту. Это каждый раз бегать и смотреть, серьезно, да? Хорошо. А, нет, плохо. Мне нужно тогда... Ну, кроме того, что нужно пройти, мне тогда нужно еще вот эту. Это займет некоторое время подумать. Ну, вариантов на самом деле не так много, но они есть, и их нужно учитывать. Это дает мне... Стоп, а кнопок 3 всего лишь? Тогда я в шоколаде? Нет? Погодите минуточку. Сохраняемся. Нет, кнопка 4. Где я пропустил? А, вот, крайняя, последняя. Тьфу ты. Это не годится, она мне не дает, дает мне 4 кнопки, но не дает выйти, я не успею. Так, а если эту? Твою за ногу. Хорошо, хоть не сломал ничего. А это мне не дает крайнюю кнопку. Это мне не дает дальнюю дверь. Хотя, погодите. Если оставить все как есть и попробовать поэкспериментировать с другими, они вообще будут влиять или нет? Какие я начинал вытаскивать там? Блин. Что так свет начинает быстро гаснуть? Так, я вообще только одну оставляю открытой тут. Нет, мне это не подходит. Если так. Вон ту дальнюю мне надо открыть. Не то, не с той стороны. Блин, это офигеть, как запутано. Если вот эту... Помашу же за ногу. Вот здесь было, да? При этом, если оставить... Минуточку, эти же тоже участвуют?
вроде складывается. Давайте попробуем. Фух, пройдено. Сложно. Получается, когда они все четыре открыты, они застывают. А когда... Ой, жучок. Ой, я его съем. Топор. Секира тяжелая двуручная. 13.39. Явно оно мне не надо. Поэтому до свидания. Знаете, в чем прикол? У меня еще такое ощущение, что вот здесь, где-то на стенках были тайные кнопки. Но, по-моему, нет. Все-таки их нету, да? Ладно, ладно. Тут стоило подзаморочиться. Пойдем дальше. Аккуратно осматриваем все. Эта пирамида нам уже не раз сюрпризы всякие преподносила. Что-то я иду не заряженный, ничего, вообще расслабился. О, проход. Наверх, причем, а не вниз. Здравствуйте. Я бы на свет пока что не наступал, наверное. Гробница жертвоприношений. До свидания. С вами было приятно пообщаться. Это выглядит как тупичок, или в котором драться, или с которого что-то выползет. Хлеб. Одна загадка. Ну, в принципе, загадки это и понятно. Игра про них. Еще один тупичок. Интересный. И сюда можно тоже пройти. И тут у нас гробница под ношений. Там жертва при ношении. Кристалл. Что, наверное, не может не радовать. По крайней мере, на этом этаже у нас еще не было кристалла, теперь он у нас есть. Не значит ли это, что нас тут будет ожидать подкидывание коричневой субстанции на ветрообдувочный инструмент? Попало. Не ори. Ну, в принципе, вот это вот окаменение, то, что она делает, а так, она не особо сложная. Здравствуйте, бомбы. Давно не виделись. Потихонечку у меня бомбы поднакапливаются. Последний раз, когда я сильно там прямо истерил, так это было... Почему я дернул рычаг? Не знаю. Когда у нас была крыса, я там прям очень сильно испугался и использовал много бомб. Я стрелять в нее не буду, потому что я не хочу потом свои... стрелы вылавливать, фиг знает откуда. Она у нас и так сдохнет. Итак, гробнички тут разные. Жертвоприношения, подношения. Мы в подношения пошли, да? Не, жертвоприношения. Подношения. Я поросоты, я не это хотел! Хотя вышло не так плохо. Наверное.
наверное. Блин, я перегрузился. К черту эти ядра. Тайны нету никакой. Я очень давно кнопок не видел. Меня теперь это нервирует. И я оказался здесь. О, а вот куда ядра, кстати, прилетели. А, ну да, их выплюнуло из портала, и они прилетели сюда. Пусть пока что здесь лежат ядерное оружие. Ну-ка. Совпадает ли количество дырок? Грибочек. В уголочек положил кто-то. Я там дверь открыл. Зачем? Тут прям вот это вот выглядит. Погодите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Зачем мне это? Тут шесть и там шесть. Но там шесть... Подношений. Шесть жрачки вы от меня хотите? Их есть у меня? Давайте я шесть рыбин положу. Вот это место очень странно выглядит. Ну ладно. Ага! Ага. И ага. А не га. А вот это как? Дай! Еще одна загадка с угадай, что делать. Ладно, то, что это открывается рыбой, я уже понял. Пройти можно туда? Фиг. Погоди. А я могу забирать с той стороны? Вы про это мне? Да чертов свет. Почему он так быстро стал гаснуть? Нет, явно не то. Вот как это делается. По идее. Я не хочу столько еды оставлять. Знаете, в чем прикол? Дернуть-то я дернул, конечно. Мне нужно... Так, во-первых, это я могу забрать. Это мне надо. Тут я забрал. Это мне тоже я могу забрать. Угу. Но получается, мне придется оставить эту рыбу. Немножко печально. Так, тут мумиё. Мумиё это не страшно. Сейчас мы забьемся в угол, перестреляем мумиё, и потом доберемся до этой...
Растворитесь просто. Их там две. Есть куда? По идее, есть куда отступать. Не то, что прям сложный бой. Она этим ничего не делает, что ли? Может, потому что у меня иммунитет на одном персонаже? Ну, крикнула как бы на здоровье, и все. Хорош орать. Это ты в меня сейчас три раза подряд выстрелила? Ладно. Разобрались. Может, отдохнуть, кстати? Куда я ключ положил? В тебя я положил ключ, хорошо. Еще ядра. Их тут очень много дают. Ну, имеется в виду, что здесь ты уже на хай-левеле будешь пользоваться пушкой, если вдруг ты пользуешься огнестрельным оружием. Смотрите, такой же щит, как у меня на маге, который дает 25 энергии. Он же такой же, погодите. Да, 25 энергии и 5 уклонения, жемчужный щит. Но здесь у меня он, мне его просто некуда больше девать. На танка я его не смогу одеть. Так, на, поешь. Здоровье. Нужно эти кабрахвосты жрать. Они прям неплохо идут. Тебе бы тоже что-то поесть. Очень печально оставлять там столько рыбы. Я надеюсь, что я смогу вернуться как-то с другой стороны и потом забрать. А, по сути, я-то сейчас так и сделаю. Я ключ забрал, этих убил. Да, да, я могу теперь всю эту рыбу забрать. Это же не проблема. Потому что мне тут больше ничего не надо. Сейчас я этот щит туда метну. Почему щит метается так мало? Надо отсюда все вытащить, чтобы второй раз сюда уже не возвращаться, если что. Так, а ты кто? Ты просто факел. Ты вроде ничего не делаешь, да? Кнопочки. Кнопочки вроде не предусмотрены, как мне показалось. Ядра тоже заберем. Все. Забираем всего птенца обратно. Где у нас там оно было? Вот. Тут я уже тоже забрал, обчистил. Забираем. Эта комнатка, по сути, вообще тупиковая оказалась. Это у нас было подношений. Ой, а как это я тебя раньше не заметил? Целебная? Маленькая целебная. А, отсюда потому что эти зомбачки вышли. Ну, в смысле, мумиё. Сохраняемся? Вообще все шикардос пока что получается. О, змея вылезла. Мы сейчас из тебя сделаем рубленой колбаски. Как раз вот у меня люди голодать недавно начали. Очень вовремя ты вышла. В чем тогда прикол с гробницей? Была там еще одна записка, да? Так, нет, это где здесь было? Торговца, подарок. Ха-ха! Это сработало! Офигеть! По принципу, просто это, зеркальные рукавички. Тоже подарок, потому что записки выглядят точно так же. Подарок, подарок и подарок. Фу. Черничный пирог.
полностью восстанавливает. Так, зелье живучести. Жрачка. 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 Ой-ой-ой-ой-ой, как красиво-то получилось. Так, чувак перевешен, пофиг. Бутылочка живучести и живучести. Две зельки живучести, колбаска, ой, с хлебушком, бутербродики резать. И перчатки я еще и заберу сейчас, потому что, ну, тут больше вроде ничего нету. Так, живучесть у нас что дает? Определяет максимальное количество очков здоровья, скорость его восполнения, живучесть так повышает стойкость к яду. Супер. Значит, в рюкзачок одну бутыль тебе и, наверное, одну тебе сейчас будем проверять. У тебя здоровье 275, у тебя здоровье 274, ну тогда поровну, одну тебе. И одну тебе. Вот это была хорошая загадка. Это было прям красиво. Почему меня перемкнуло посмотреть? Просто эти перчатки, они были с запиской. И записка там вот совсем не зря. Ох-ох-ох-ох. Хорошо, пойдемте во вторую. Это нам дало ключ. Супер. Пойдемте во вторую. Тут сейчас тоже будет твориться, наверное, какой-нибудь трешачок. Предполагаю. Оп, минуточку. Сохраняемся. Что-то я опять расслабился, хожу. На кнопки не смотрю. Мага не зарядил. Я так полагаю, что мне... я понял, в чем загадка будет. Мне кажется, что я понял. Не хочу говорить заранее. Чемпион солнца. Хорошо, там нужно еще два факела встыбрить. А здесь... Страж Луны. Во-первых, здесь убрать факел. А сюда его поставить. И еще один факел... поставить. Если я потушу свет, ничего не изменится. Блин, не пугай меня так. Так, орущая в терновнике. На, отхавай. Ну, то есть, да, тут нужно полностью все высветить, а тут нужно... Там нужно было полностью все затемнить. Кстати, факелы, наверное, нужно будет забрать на обратном пути. Я бы сказал, себе обратно. Потому что, смотрите, сколько здесь в пирамиде загадок, основанных... на свете. Блин, эти стены реально кого угодно сделают параноиком. Сдохни. Ну нафига ты меня кусаешь? И убегать. И убегать, блин, да? Что у нас по весу? 134. Тут пули. Пули я тоже заберу. По-моему, скоро пули мне перевесят. Так, хорошо. Тут коридор. Что за тупичок? Так, 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 так. И вот так. Я думал, что я могу положить так в сумочку. Нет, не могу. Ага. Не, не то чтобы ага, но кое-какое представление у меня появилось.
Ну, поехали. Здесь я в относительной безопасности, да? А как? А, я понял. А, погодите, эта штука у меня еще осталась? Если я все правильно понимаю... А я все правильно понимаю. Но мне нужно включить портал. Ребята. Тут... А, под... А, оно каждый раз заново открывает все, я понял. Да-да-да, покричи мне тут. Кобрахвост. Так, кобрахвосты нужно... Где они у нас там были? Вот тут. Блин. Может косой-то убрать? Жалко, хорошая вещь, но ладно. Беру. Надо было, я же говорю, надо было разгрузиться, перед тем, как сюда идти. Записочка. Три шага Х на юг от ХХ. Хорошо, я тебя понял. Записочка меня опять же перегружает. Надо что-то повыкидывать. Под и еще раз над, я вот это выложу. И надо бы, наверное, повыкладывать. Это мне еще может понадобиться. Невозможно укрыться от солнца. Сокровища нет, это еще не найденные сокровища. А, карта острова надо. Больше снаряжения, чем я могу нести, поэтому я спрятал между меня. Это я уже выкопал. А, трюкач приходит и уходит. Это слишком шикарно. Записки от этого чувака я оставлю. Я в пролете ключ выскользнул, это я оставлю, потому что ключ я уже нашел. Итак, Архимага. Защита 3, сила воли 1. Защита 2, живучесть 1. Ну, конечно, меняем. Не перегрузишься это все таскать. Я хочу просто побольше вещей отсюда вынести, потом в хабе их запихаю. Так, у нас есть туфли Архимага, штаны и скапулярий. Скапулярий. Кстати, а вон там что? А туда надо спуститься, мы не знаем, что там. Итак, поехали. Тут мумиё какое-то ходит. Да, это какая-то новая местность. Хорошо, что мы сюда пришли. Отстань, чувак. Ха. Ха! Ах, вот ты как. Тут портал, в портал я пока не пойду. У нас тут сокращалка. Мумиё. Я так нажал на эту кнопку, типа... А! Там очень такой подозрительный, да, тупичок. Во-первых, у меня факелы заканчиваются. Во-вторых, тут мясо. Что обязательно нужно подобрать. Причем это мясо крота. Оно качественное, попрошу. Пока никого не перегружаем. Балансируем на тонком лезвии, так скажем.
что там? И зачем мне туда? Гробница стражей. Ну, наверное, да. Но зачем? Хорошо. Допустим, я положу сюда сюрикен. Это даст мне портал. Куда? Как хитро-то все, погоди. И тут я тоже не был, ну, просто зашибись. Ходишь ты такой, ходишь, ходишь, и тут оказывается, что ты вообще еще нигде не был. На, схавай. Да, я стал непочтительно относиться... Их ты ж! Непочтительно относиться к еде, наверное. Вот эта кнопка, да? Кнопка находится прямо под порталом. Так. Кажется, я понял. Секундочку. Есть идея, как это все сделать. Да чтоб тебя, факел тебе такой тяжелый. Если мы положим с этой стороны, а сюрикен с этой стороны. Все, погодите, должно сходиться. Получается сюда, но теперь мы можем это убрать. Да. Я оказываюсь не по ту сторону. Нет, погодите. Тут что-то очевидное. Тут что-то очевидное и простое. Да чертов свет. А если... Сейчас, секунду. Даш... Звездочка. Сюда она не попала. Да, она попала, кстати, туда. Это уже другое дело. А, вот она куда попала. Но, да, меня же телепортируют сюда. Там при этом портал исчезает или нет? Секунду. По-моему, я понял. Секунду. Сейчас. Так, так, так. Сюда. Сюда. Сюда.
Туда? Да, но как мне попасть вниз? Тут-то я прошел, мне... Мне вниз надо. Так, там кобры. Шашлычок. Шашлычок нас перегружает. И тебя шашлычок перегружает, и тебя. А, у тебя тупо места нет, у тебя все хорошо. И тебя тоже он перегружает. Родной ты мой. Так, на, схавай. Меч. Портал. Нормально я так свалился, да? Мне вон туда надо. Должна быть какая-то кнопка, которая это выключает, чтоб его. То есть как только там открывается дырка, грубо говоря, там... Сейчас, секунду. Мне нужно вот сюда. Кнопки в стене никакой нету, которая бы отключала этот портал, чертов. Нету. Видите, как только я нажимаю ту кнопку, тут открывается яма, но включается портал. Я делаю вот так, вот так. Бесит. Ладно. Я могу ее практически протанковать. Неплохо. Так, кобразадница. А тебя это все равно перегружает. Молодец. 134, 135. Это очень много. Так, на, съешь тогда. Подождем. Но этот же яд тебя не убьет. Вот, молодец. Где вообще оказался? Это пирамида. При том, что это было специально, типа, место... Оно не сюжетное, просто место, куда можно упасть. Минечку, там крест? Нет, кристалл недалеко. Хорошо. Теперь мне предлагают просто выйти отсюда. Нет, ну вы что, я сюда просто за экспой, что ли, пришел? Это все, конечно, интересно и вкусно, но... Кстати, что там по XP? Уровень сейчас набирается просто космическое количество времени. Телепортирует меня просто обратно. Как туда попасть?
вниз. Не знаю. Блин. Черт побери. Это очень обидно, потому что там явно что-то хорошее. Я уж не знаю, насколько оно уникальное, но там явно что-то хорошее. Ай! Твою за ногу, где я оказался? Я запутался в этой чертовой пирамиде, тут все одинаково. Хорошо. Все, мне туда. Это я спускался, это все было для того, чтобы просто прийти сюда. Отлично. Вот этот ключик забрать и... Мне вообще тут больше делать нечего. У меня есть два ключа. Куда мне их там вообще применить-то надо было? А, точно. Это у нас... Ритуальная гробница. Это и есть самый верх. Да-да-да. Фаербол мне в лицо. Давайте отдохну. Сейчас, ребятушки. Серия у нас и так уже на самом деле подзатянулась. Я немного не обратил внимания, сколько времени прошло, заигрался. Да, такое бывает. О, шашлычок. Давайте. Видите эту фигню, да? Да ну тебя с твоим обращен в камень, это никогда раньше не работало. Вы же не хотите мне сказать, что навсегда? Все, успокойся. Тут второй не будет. Что будет, если мы подождем? Что, только на кристалле можно? Ну давайте до кристалла дойду, я не против. То есть окаменение работает именно таким образом. Да, это меня восстанавливает. Ой, ребята, вы тут что делаете? Это... Странно. Я пришел в пройденную локацию, тут мумии ходят. Хорошо. Нет, нам в другую сторону. Показалось, что что-то шебуршит. Слышится, как будто кристалл за стенкой, да? Отмычечка, шашлычок. Который слишком тяжел для нас. Может, сыра? Да, можно сыра съесть. Все, ребятушки, тогда я предлагаю, давайте вот здесь, вот, в этом непонятном месте. Будем заканчивать, потом надо будет понять, что здесь делать в этом непонятном месте. А вот, и, ну, тут дверь надо будет открыть, это понятно. А каким образом? Ой, там еще один джем. Мы до сих пор эти джемы собираем, серьезно? Я же... Ладно, пофиг. Все, спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем покеда.